Наш хор впервые участвует в данном конкурсе фестиваля «Голоса Победы». Для нас это впервые, очень волнительно, конечно, мы очень переживаем, но надеемся, справимся с волнением. Хор у нас существует уже много лет, то есть мы выступаем традиционно на всех мероприятиях медсанчасти, и появилась такая возможность принять участие в городском конкурсе, поэтому мы решили принять участие в данном конкурсе. Я еще работал в сопрокатном цехе, там был знаменитый мужской хор, которым руководила Вера Борисовна Цевья. И такие же коллективы были во многих цехах завода. К сожалению, со временем все утратилось, и сейчас очень здорово, что тяга к хоровому пению есть не только у ветеранов, но и у молодежи. Хочу пожелать успехов всем участникам конкурса. Хотелось бы сказать всем огромное спасибо участникам «Голосов Победы». Это 90 коллективов, это более 2500 людей, которые готовились к этому конкурсу, которые репетировали, которые пережили несколько раз истории, о которых они споют сегодня. Сегодня мы будем слушать взрослые коллективы. Это конкурсное прослушивание. Завтра снова соберется 17 взрослых коллективов, чтобы выступить перед большим залом и снова спеть песни Победы. Россия в сердце каждого из нас.